Пусть будут ясны дни твои, как ныне, милый взор твой ясен. Меж лучших жребиев земли пусть будет жребий твой прекрасен. Именно такими словами-классиком мне бы хотелось начать этот фильм о двух влюбленных сердцах, которые встретились на просторах острова Эволюшн и решившими в знак своей любви обменяться кольцами, символами вечных отношений и бесконечной любви. В этом фильме мы не будем повествовать о том, как встретилась влюбленная пара, а лишь в качестве гостей попытаемся поучаствовать в таинстве священного обряда бракосочетания. Для участия в праздничной церемонии было приглашено огромное количество гостей, и локацией было выбрано госпиталь, и выбран он был не случайно. Именно в этом госпитале на острове Эволюшн и работает Светлана. Вот сюда-то, к этому госпиталю, и будут съезжаться все приглашенные гости этого острова. И, конечно же, Светлана, как хозяйка этого торжественного мероприятия, уже встречает радушно приехавших заранее гостей. И эту дань популярности Светлана оплачивает с великой благодарностью каждому гостю, который пришел и лично выразил ей свои поздравления. А гостей-то, надо сказать, было действительно очень-очень много, и на то есть свои причины. Свою жизнь решили соединить узами брака два очень популярных на этом острове человека. Светлана, медицинский работник, и Курт, глава департамента полиции. А посему на этом свете их знают все, от стариков до дошколят. Ну, это меня опять куда-то понесло. Ну, а на самом деле гости действительно съезжались очень долго, и продолжалось это все до самого позднего вечера. И вот уже когда солнце уходило за горизонт, прощаясь с нами последними лучиками уходящего дня, наконец-то появился кортеж жениха. И вот тут уже не скажете, что это моя лягушонка в коробчонке едет. Нет, все было поставлено на высшем уровне, все-таки глава департамента. Ну а далее вступает в свою роль подружка невесты, ну и вообще начинается сам праздник. Давайте посмотрим. Прошу тебя, проходи давай. Ага, понятненько. Добрый. Добрый день. Привет. Ты же знаешь, что Света нам очень дорога, так что просто так мы ее тебе не отдадим, естественно. Ну, естественно. Ага. Понимаешь? Надо будет тебе ответить на несколько очень интересных вопросов. Задавайте, готов. Готов? Обязательно. Да, но видишь, какая у нас тут мафия собралась? Видишь? Да, вижу, вижу. У нас тоже не меньше мафия приехала. Не все так просто. Так, а где мой сосед? Проститутка. Я здесь. Значит так, смотри. Я тебе задаю вопрос. Ну так, смотри. Если ты на него отвечаешь неправильно, то 5000 идет в нашу копилочку. Ничего себе рассадка. Понятненько. Да, а что делать? Любовь такая штука. Маловато. Что, так настолько дорогая женщина, что ли? Очень дорогая. Ты знаешь, какое сердце отрываю ее. Куда ж я без нее теперь? На девичник пойти? Нет, все, с мужем. Напиться где-то? Тоже нет. Так что, как от сердца. Итак. Первый вопрос. Постарайся вспомнить самую-самую первую вашу встречу. Это было где-то на далеком острове. Это было не здесь. И вот этот самый вопрос. В чем была одета твоя любимая? Вы ему сейчас нальете, я уверен. Мне надо кое-что прояснить. Потом. Надо вывести кинематографы. Насколько я помню, это было, по-моему, серое. Запорожцы, выйдите и поговорите. Ага. Нет, неправильно. Там вроде не бронзит пока. Так что позолоти нам ручку. Вот так вот брата обидели. Все. И что, сейчас остынет? Да, сейчас выпьем, нормально. Ну, что там дальше, какие вопросы? Ну, еще не позолотили ручку, ну куда? Ну что, а хоть чем, хоть мелочью мы все берем. Вот так вот, значит, за невесту мелочь, ясно. Мы потом все это, боксик скинем. Итак, вторую попытку будешь брать? Да, будем. Будешь брать? Ну, давай вторую попытку. Следующий вопрос. По та же встреча. Уже мы выяснили, что была кожаная куртка, красивая, твоя любимая, стояла, бедрами виляла. И какая была особенность ее внешности, что сейчас на ней не присутствует, если так просто сказать. Какое было самое такое большое отличие в ее внешности? Блузка с офигенным декольте вроде. Ну это естественно. А чуть-чуть выше, если подняться? Чуть-чуть выше.
Прическа, да, прическа, Ну да. Итак, на свете была блондинкой. Да, точно. Так, готов дальше. Любишь ее? Обожаю. Обожаешь. Это хорошо. А за что ты ее больше всего любишь, как она думает? Не-не, как она думает. Как она думает, да. Не-не, ты подумай, тут Игорь, тут это. А как она думает, да. Вот. За то, что она есть. За то, что она есть. Она все есть, это. А если брать по характеру, какая черта самая-самая хорошая? Ну, добрая. Молодец. Итак, вы уже ближе. Уже намного ближе, ребята. Куртизан. Да. Максим, стоим на месте. Мы от... Дальше отправляемся жениха. В будущее. Она куда-то хотела бы с тобой вдвоем поехать на этом острове. Куда? На этом острове. На этом острове. Это остров? Какой? Нет, это не остров, это... Ну, мы же девушки, думайте более романтично. Ну, куда бы мы хотели отправиться? В ресторан. На скучный каталур. Куда в отель? Браги в быдло. Нет. Ликеровский завод. Скажем так, это местность некая. Местность. Некая местность. Плати бабки. Нет, мы обговаривали покупку дома на... Всё, бабки гони. Бабки давай, да, братан. Походу надо платить. Надо платить, никуда не денешься. Так, а правильный ответ. Так, а правильный ответ. На 40 лет. В Пензе дом хочет купить, базар. Так, чё? Денег, говорю, дай. Денег давайте. Давай, я ей сразу отсыплю. Банк хотел, банк хотел. И последний вопрос. Юнус, ты где? Последний, готов? Готов. Где хочет Света дом? Так, еще раз, в чем заключался вопрос? По-моему, не понял. Нет, вообще бухта... Где хочет дом? Вот-вот-вот. А, вот это я не знаю. Вот, молодец. Молодец. Все-таки хороший жених. Я думаю, Света сделала правильный выбор. Аж чуть-чуть завидую. Ну что ж делать, подружки, все самое лучшее. Поэтому... Проходи. Бабки гони. Проходим. Так, сначала подождите, Надо тебе женишок сперва крикнуть о своей любви, чтобы она тебя ребята, услышала. Ребята, не толпитесь. Сначала жених, его свидетели, а потом все остальные. Кто там Свет, на вертолете, ты... а? Там тихо. Ответь! Он сейчас выпадет с него. Еще громче кричи. Света, выходи. Здесь очень много комнат. И обычно любовь, она такая, знаешь, на интуиции. Вот, давай, мы тебе даем ровно две попытки, чтобы ты отгадал, в какой комнате. О, давай. Курт, дружище. Готов? Да. Сходи в двухстворчатую дверь операционной, именно двухстворчатую. Ага, понял. Опа! Что, твоя невеста? Да, твоя! Вот твоя невеста, Курт! Невестка твоя, не? Приветики. Привет, милый. А меня туда пустят или опять блокировать двери будут? Что у нас дальше по плану? Ой-ой-ой. И вот на этом, мой дорогой зритель, первая часть свадебной церемонии подходит к концу. И как вы видите, молодожены в сопровождении свидетелей, подружки невесты в легкой суете покидают здание госпиталя и направляются в сторону уже заранее подготовленного кортежа. И в этот момент роль главных действующих лиц плавно перетекает на организаторов этой праздничной церемонии для того, чтобы кортеж беспрепятственно проследовал с нашими героями до следующей точки. И надо отдать должное организаторам, все было выполнено на высшем уровне. Как мы видим, возглавляют колонну машины сопровождения полицейского управления. Дальше в центре колонны, ну и конечно же в центре внимания, движутся лимузины наших новобрачных. Замыкающими брачный кортеж движутся автомобили гостей. Таким образом, вся колонна дружно приходит в движение. Новобрачные отправляются на следующую точку своего маршрута. Все второстепенные въезды и выезды по маршруту следования свадебного кортежа были заблаговременно перекрыты полицейскими. А поэтому колонна с новобрачными и их гостями без всяческих помех добралась до следующей точки их маршрута. А данной точкой является местный храм, в котором молодожены выйдут и принесут свои клятвы перед Богом,
Но в таинство этого обряда мы не будем лезть. Это останется тайной, которая касается только их самих, ну и, конечно же, их самых близких. Мы же с вами просто порадуемся за них и понаблюдаем за этой церемонией со стороны. Ну а так как большинство гостей, даже не участвуя в этой церемонии, не выходило из своих машин, просто смирно ожидали, когда закончится, то весь процесс произошел достаточно быстро. Колонна опять выстроилась в нужном порядке и выдвинулась к следующей точке, уже завершающей точке этой свадебной церемонии. Надо отметить, что гости в порыве радостных эмоций за происходящее и радуясь за Курта и Светлану, не на шутку пошумели этой ночью и побудили, наверное, немало местных жителей. Но такие праздники происходят не каждый день, и я думаю, местные жители простят и наших влюбленных, и гостей. А тем временем наша шумная колонна доехала до моста. И вы знаете, дорогие мои друзья, на этом острове существует традиционный обряд. Если на пути жениха и невесты встречается мост, то жених, в знак того, что он готов преодолеть любые препятствия, должен перенести свою возлюбленную через мост. Мне, как человеку приезжему, было очень интересно посмотреть на эту традицию. Давайте посмотрим вместе с вами. Давай, давай, до конца неси, до конца. Красава! Вот такая вот, друзья, интересная традиция присутствует на этом острове. Как видим, невеста просто ликует от восторга и даже на какое-то время теряет сознание от счастья. Она просто не верит своему счастью. Но все заканчивается благополучно, она очень быстро приходит в себя, и колонна продолжает движение к завершающему этапу свадебной церемонии. А для этого молодожены забронировали шикарный зал для всех гостей, в котором и произойдет обмен кольцами и вступление в законный брак. Так как в дело вступает администрация этого острова, она-то и поведет дальнейшую церемонию. Давайте посмотрим и порадуемся за новобрачных. Включай. Дорогой друг, это моя сестра. Когда-то мы с ней остались без родителей и вместе смотрели друг за другом и дали друг другу обещание, что всегда будем друг за друга горой. И что я, что она это обещание держали. Теперь, сегодня, это обещание она дает тебе. Смотри, друг, эту женщину ты не имеешь права потерять. Да будет счастлив вас брак. Да будет душа обдушу. Ну а дальше? Я тебе слово даю, клянусь, что я никогда не потеряю эту женщину. И ты в правильные руки ее передаешь. Я знаю. Что ж, продолжайте, Свет. Горько! Счастья тебе! Горько. Да нет! Горько. 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 Подождите! Так, стойте! Горько. Кстати, еще не горько! Так, передаем слово начальнику полицейского департамента нашего острова. Так, можно, пожалуйста, не перебивать? Так как товарищ полковник представляет власть, и он наделен полномочиями связать узы наших граждан. Дорогие жених и невеста, дорогие гости, я рад вас приветствовать в этом баре, клубе стритрейсеров, где мы приступим к официальной части церемонии бракосочетания. Дорогие молодые, любовь — это большое сокровище, дарованное человеком. Ваша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда, связанных невидимой нитью времени. Эта нить связала ваши судьбы. А сегодня ваши сердца заключают союз биться рядом неразрывно на всю последующую жизнь. Перед тем, как официально заключить ваш брак, я хотел бы услышать, является ли ваше желание свободным, искренним и взаимным. С открытым ли сердцем, по собственному ли желанию и доброй воле вы заключаете брак? Прошу вас ответить, жених. Да. Вас, невеста. Да.
соответствии с Конституцией острова Таноа, ваше взаимосогласие дает мне право зарегистрировать ваш брак. Прошу скрепить подписями ваше желание стать супругой. Прошу вас, невеста. Да, и замену, так. Да, галочку поставьте, как за новую... Запомните, брак — это серьезный поступок. Готовы ли вы легко, не раздумывая, дать друг другу клятву любви и верности? Готовы. Жених, давайте вашу клятву. Светлана, я клянусь, что я никогда тебя не брошу. Буду любить тебя, лелеять и холить за твою красоту, за то, какая ты есть. И ты та девушка, которая мне нужна. И надеюсь, ты в качестве моей жены. Еще пока не жены. Ну, пока не жены. Да, клянусь оберегать тебя и всячески защищать, помогать, любить до гроба. Я клянусь поддерживать все твои начинания, быть верной и любящей женой и другом. Вы объявили о своем твердом намерении жить вместе в любви и согласии на протяжении всех дней, подаренной вам судьбой. С давних времен кольца всегда используются в важных событиях. Оно являлось совершенным кругом, который не имеет начала и конца. Оно обозначает ваше совместное желание иметь бесконечную любовь друг к другу, чтобы не было конца вашему счастью, вашей любви в супружеской жизни. Поэтому, находясь вместе или в разлуке, пускай кольцо будет постоянно напоминанием вам об обещании, которое вы даете сегодня. Теперь я прошу обменяться вас обручальными кольцами. Ё, Горько. Горько, тихо, подождите. Да подождите еще, Слава. Возлюбленные Курт и Светлана, обменявшись обручальными кольцами, вы скрепили свои брачные обеты. Это означает, что отныне вы не две половины, но единое целое. Храните свою любовь и не нарушайте дружбу между собой, ибо супружество есть дружба высшим ее проявлением. Всегда подавайте друг другу пример любви и заботы, чтобы, глядя друг на друга, вы всегда видели только хорошее. Достичь этого очень просто. В первую очередь думайте о другом, а затем уже о себе. Поступайте так, и жизнь ваша будет радостна и продолжительна. Дорогие Курт и Светлана, я вам вручаю ваш первый совместный документ и поздравляю вас с рождением новой семьи. Че, кто успел, тот и сел, что ли? Поздравляем вас, ребята! Спасибо, спасибо! Ура! Стали выйдешь, что ты стрепил. А это сын, сын. Это сын. И вот так вот, друзья, молодожены уехали в свадебное путешествие, скрывшись в клубах утреннего тумана. И хотелось бы им пожелать счастья, света, доброты и душевной теплоты. И любви им бесконечной. И в достатке жить навечно. Что-то опять меня потащило не в ту степь. В общем, жених и невеста уехали, а гостей оставили праздновать. И как видите, праздновали мы до самой ночи. Но каждый праздник хорош тем, что рано или поздно он заканчивается. Пора и нам оставить это уютное местечко и отправиться в освояси. Напоследок пожелаем Курту и Светлане всего самого наилучшего. Ну а вам спасибо, что посмотрели. И всего вам доброго.